фойе театра праздничная суета. Начало нового сезона обещает полный зал. Полный с учетом социальной дистанции. Но и этому зрители рады. Ну, за новыми эмоциями. Очень рады. С радостью чувствую, довольные все, счастливые. Рады, что всегда такой театр есть. Артисты приготовили для зрителя не только новый спектакль. Церемония открытия сама по себе отдельное представление. Этот сезон стартует на новой сцене, на которой можно не бояться пробить каблуками доски. Покрытие сцены не обновлялось почти 60 лет. Кроме презентации новой сцены, зрителю представили и лучшего актера 2020 года. В этом году награду получила Лилия Загидулина. В труппе она 7 лет, и свою награду Лилия получила за спектакли сезона прошлого «Эзоп» и «Микулай». Встретиться с зрителем и получить награду актера года – это для меня большая честь. Сезон открывает спектакль «Где Родина моя?». Он должен был стать премьерой прошлого, 75-го сезона, к 75-й годовщине Победы. Но из-за ограничений показ получился камерным в малом зале. На сцене 7 актеров, которые воплотили членов капеллы «Культ взвода», «Легиона» и «Дель Урал». Шнурайтесь, тазалько-сталинские соколы! Родина действительно там, где человек родился в первую очередь. Ну, а где он пригодился, это уже второй вопрос. Это тоже родина, где он. Я, например, родилась в Украине, а живу в Татарстане. Но это тоже моя родина. Все время произносили эту фразу: «Эх, эх, где моя родина? Эх, мне бы туда сейчас вернуться». Ну, я так это понял. То есть любовь к родине, к своей родной земле, к Татарстану. К новой сцене добавился и новый свет. Около 20 приборов будут освещать актеров не старыми лампами накаливания, а светодиодными светильниками. То есть, если резюмировать, будет ярче и экономичнее. Все правильно, да, и быстрая реакция на смену света, на смену трафарета, гоба так называемая, да, и не будет излишней температуры, которая раньше была. В этом году любители театра ждут 7 новых спектаклей, над которыми трудились 7 режиссеров и 7 драматургов. Следующая премьера 25 ноября. Спектакль Искандера Сакаева «Исконные родные». Тимур Туманов, новости Татарстана.